Новая модель работы региональных служб крови. У Витебску пошел функционовать областный центр трансфузиологии. И он створенный на базе областной станции переливания крови с филиалом у Полоцку, Новополоцку и Орши. Реорганизация закликана заробить службу переливания крови максимально безопасной, якостной и эффективной. Головная задача – организация обмена препаратами крови и плазмы, а так само доставка анализов после централизованного тестирования. Специалисты Центра трансфузиологии будут робить подбор крови на индивидуальную переносность по многих параметрах. А кроме того, у худким часе будет створена одинная база донору, что так само будет сприять повышению оперативности службы. База, она вот как бы есть в отдельности, то есть она база есть вот по нашему центру, есть база по Полоцку, есть по Орше, по Новополоцку, но необходимо, да, внедрить информационный продукт, программное единое обеспечение, которое позволит это объединить, чтобы мы могли оперативно решать вопросы по доступу к донорам, то есть вызвать в случае необходимости в ту или иной филиал, если необходима какая-либо, ну, или редкая группа крови с резусом. Нет. Когда это единая есть база, тогда проще, оперативнее работать, потому что наша служба, она единственная, естественно, которая обеспечивает все лечебные учреждения кровью, препаратами крови, лекарственными средствами, которые делаются из плазмы. Зараз у базе Витебского центра трансфузиологии находится около 50 тысяч доноров, из них свыше 15 тысяч активных. Что день, как сдать кровь, у центр приходит от 50 до 100 человек.